Всем привет! Меня зовут Денис, компания Ukrainian Gears. Сегодня мы хотим рассказать вам о таком механическом 3D-пазле. Это двигатель. Это настоящий двигатель. В нем есть поршень, вот здесь внизу. Вверху у него клапан. Это полный 100% аналог парового двигателя. Здесь есть маховик также. Спереди можно увидеть такой своеобразный тахометр, который измеряет скорость. Работает он, правда, не от пара, а от воздуха. В него достаточно подуть и посмотреть, как он будет работать. Если постараться, можно разогнать до неплохих оборотов. Внутри у него есть вот такие коробочки для каких-нибудь мелочей. Вот, туда можно положить такие штучки. Это такой специальный нагубник. Их в наборе идет 3 штуки. Просто если к вам придут друзья и тоже обязательно захотят подуть в этот движок, вы можете вот одеть такую штуку с номером 3 и сказать: твой нагубник номер 3. Никогда не дуй нагубник номер 1. И человек начнет дуть в него. Вот так. Ну, а для себя вы можете оставить, конечно, оригинал. Без всяких там нагубников. Также сюда можно присоединить, если у вас найдется дома воздушный шарик. Он будет работать от шарика, от насоса какого-нибудь или чего-нибудь еще. Сейчас мы присоединим нашу систему. Это, конечно, трудно сделать с первого раза. Вот так вот он начинает работать. Но еще интереснее это проделать в шарике сбоку отверстие и, допустим, примотать чем-нибудь сюда, и можно немножко добавлять ему оборотов. Сейчас покажу как. Ну вот мы здесь закрепили шарик, можно в него набрать побольше воздуха. Ну и движок какое-то время радует нас автономной работой. Топливо можно чуть добавлять. Воздуха. Ну, если быть точнее, углекислого газа в шаре. Он может так работать почти вечно. Насколько у вас хватит терпения. С такой системкой двигатель может ненавязчиво работать где-нибудь в офисе. Радовать вас во время деловых переговоров. Рассмотрим вопросы относительно роста внутренней нормы рентабельности в третьем квартале, проведенные нашими аудиторами PNL.